Команда Акбарс обыграла своих сверстников из Екатеринбурга со счетом 6-1 и стала четвертым полуфиналистом финала первенства России. Рядом со мной находится нападающий команды Акбарс Данил Антропов. Данил, твой комментарий к игре. Игра, конечно, была трудной, но мы собрались, выиграли ее. Будем готовиться на завтрашнюю игру и будем стараться попасть в финал. Такое впечатление, что играли в полконька, нет? Нет, конечно, настраивались. Были ошибки у нас, но мы собрались все-таки. И была, еще раз повторю, игра была трудная. На твой взгляд, за счет чего удалось переиграть соперника? Ну, конечно, за счет мастерства, катания и, не знаю, удалений были, конечно, у нас много, но мы выстояли и забили больше, чем соперники. Как будете настраиваться на полуфинал? Отдыхать, конечно же, лежать в номерах. Не знаю, отдыхайте, все, больше ничего уж делать не будем. Ожидали, что счет будет таким большим или нет? Конечно же нет. Думали, будет маленький счет, где-то 2-1, 3-2, не больше. Никак не ожидали, что будет счет 6-1. У тебя сегодня реализованы булит, это твой конек или так получилось? Да, по-разному всегда бью булит, но сегодня решил исполнить вот так и получил, забил. Автомобилист забросил сегодня одну единственную шайбу. Ее автором стал Владислав Кара. Владислав, почему не получилось больше забить? Да, потому что не бросали по воротам, пытались разыграть вчистую, в пустые ворота забить пытались. И не получилось. Надо было бы побольше бросать. Из-за этого не получилось больше забить. В чем сегодня соперник тактически переиграл вас? У них больше движения было, они нас переиграли в скорости. Вот из-за этого они и нас выиграли. Не настроились мы на игру, и все. Не было такого впечатления, что вы просто перегорели перед матчем? Да нет, не было. Просто не хотели даже. Ну, мы хотели выиграть, но не получилось. Как бы пару человек хотело победить, они старались что-то сделать, а остальные просто испугались, и все. Не хотели выиграть. Такое впечатление, что команда во втором периоде просто бросила играть. Не было такого? Да. Не было такого, просто пропустили одну, повесили руки и перестали играть. Все. Собираетесь за пятое место бороться с Новгородом? Конечно, собираемся, куда еще хуже-то. Хотя бы пятое взять.